Привет, друзья! Вы на канале Georgian Y TV, и мы теперь в Майами. Вот вся наша семья. Мы приехали в Майами. Два дня долгого пути, и мы на месте. Здесь так красиво и тепло после нашего серого холодного Нью-Йорка, да? Да. Там даже снег сейчас. Да, там дождь, 2 градуса, ух, снег. Обещают, поэтому здесь, конечно, кайф. Будем кайфовать. Да, у нас много планов. Мы хотим поехать на Key West. Потом хотим поехать в Орландо на обратном пути, в парке. Ну вот пока мы будем 4 дня в Майами, да? Да. Сейчас хотим пойти на пляж попозже. Сейчас прогуляемся, посмотрим, как здесь обстоят дела. И пойдем на пляж. Купаться. Да. Тебе нравится, Ги? Да, дали припущение к нам. Да. Глазки еле открывает, да, солнышко, скажи, такое яркое после нашего Нью-Йорка. Скажи, глаза открыть не могу. Так светло. А здесь вот весело. Это что, митинг какой-то опять? Или, это, yeah, yeah, yeah. Или они просто... Ну да, здесь люди чилают, отдыхают. Прийти вечером искупаться, чтобы ни солнце не было такое активное. И поднялся сильный ветер. Посмотрите, какой ветер. Там выставили красный флаг, что купаться нельзя. Ветер просто сногсшибательный. Мы не ожидали, что будет такой ветер. Ну, Гио, конечно, все равно, что такой ветер, ему лишь бы. Вода теплая, да, когда привыкают. Ужас. Ветер такой сильный, волны такие. Короче. Надеюсь, что-то слышно, что я вообще говорю. Из-за ветра, может, вообще ничего не слышно.
Майами в своем стиле. Дети на велосипеде, прокачанные машины. Смотри, против движения. Тебе страшно так ехать, да, они когда навстречу? Ну да. Полиция, видишь, контролирует все равно. Ну да. Ну, поедем даже в гостиницу, пойдем, да?